Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня мне пришла вот с Китая посылочка. Такая вот длинная. Это у нас удилище для спиннинга. Палка для спиннинга. Заказывал я 2,40 длинные. Упаковали довольно так качественно. Такую пузырчатку. Вот. Заказывал я ее 23 октября. Сейчас у нас уже 14 января. Прошло почти, можно сказать, 90 дней, 80 дней. Уже давным-давно я открыл спор открыл и вернул деньги, то, что она как зависла там 11 ноября и больше не отслеживалась 2 месяца. Я думал, уже пропала где-то, так как истекала там это срок защиты покупателя. Решил я все-таки вернуть деньги, потому что уже думал, что не придет. Аж вот потом начала после Нового года отслеживаться посылка опять и пришла все-таки. Упаковано качественно. Распаковку я буду проводить прямо на речке. Приехал. Распечатаем здесь нашу палку. Поставим катушку, которая пришла еще раньше. И попробуем на ее рыбачить. Так, конечно, одной рукой неудобно, но как есть. Сейчас посмотрим. Если палка нормальная, и покажет себя нормально, не сломится там первых 5 рыбалок, то в будущем зайдем к этому продавцу, которого я покупал. Договоримся там. Куплю у него опять такую и просто введу подтверждение оплаты сразу, чтобы как бы деньги вернуть. Хотя по условиям там, если оплату, говорю, если не получил товар в течение 60 дней, возвращать полностью стоимость покупки покупателю и все. Ну, а как китайцы старались, вот печатал человек, запечатывал, то мы ему денежку обратно вернем. Обошлась мне эта палка в $15. Обошлась $15 с двумя верхушками. Во, распечатал все-таки. Одной рукой неудобно, но так, здесь, чтобы не сломать, не дорезал малость верхушку тубуса этого. Там писали в отзывах, что по ВХ-шной трубе высылают, а это решили они экономить на пересыле. Верхушка упирается в самую-самую-самую эту. Зазора здесь сверху нету. Мы будем надеяться, что не сломали на почте. Все, распечатал, короче. Сам чехол тоже пупырчатки такие запечатаны, переклеены скотчем. Сейчас посмотрим, что у нас пришло
И сразу же сегодня протестируем. Так, все. Упаковку я сейчас в машину брошу заметить. Здесь сверху завязано. Верхушка. Такой у нас вот чехольчик. Чехольчик вот. Машины ездят. В том году тут, где я стою, протекало русло. Я там все время вот рыбачил. Туда угол был, там штуки много набитой было. Она заходила, когда строили мост. Это Житковицкий район. Мост над Припятью. Как-то нам приспособиться, чтобы хорошо показать вам. О, поставила охотика. Будем доставать. 2,1 метра. На чехле стоит. И на спиннинге 2,1 метра. А я заказывал 2,4 метра палку. Кажись. Еще посмотрю потом там по заказу. Кажется, 2,4 заказывал. Ну, попришло уже. Посмотрим. Или ты 2,1 заказал, потом хотел 2,4. После еще заказать дополнительные другого. Такая вот у нас штука вышла, чехолу. И две верхушечки. Одна верхушечка у нас идет ML. Гнуткая такая, хорошая. А это у нас верхушка М. Я не знаю, чем они отличаются. По жесткости должны. Ну, вроде бы длина одинаковая, толщина одинаковая. Вот это толще, что М. А ML чуть-чуть тоньше, кажется. Незаметно там микроны. Даже миллиметра нету. Пойдем ловить на эту, что потолще. Вот. По качеству, что я скажу. Проклеенные. Хорошо так швы все. Это вот у нас откручивается, катушку сюда ставить. Сейчас я катушку принесу, сразу поставить. Такая вот зеленая катушечка, и Моши называется, 3000-ная. Также в Китае заказывал. По качеству она неплохая, катушка. Сама по себе небольшая, но тяжелая. Здесь написано, что 14, так, 13 плюс 1 подшипника у катушки. Ну, посмотрим. Так. Катушечку я установил. Вот наша катушка стоит. Ну, палка такая, для $15 отдал я за $15, неплохая. 2,1 метра. Тест у нее от 5 до 30 грамм. Две секции М и МЛ.
Кольца стоят хорошие здесь. Керамика. И сама палка. Получается у нас не ребристая такая, как обычно продают дешевые, вот, а гладенькая. Сейчас ставим верхушечку мы. О, так хорошо залезла. Соединение вот здесь, где соединяется. Не очень так, чтобы красиво выглядеть. Здесь получается низ тоньше, чем пошла вверх потом опять. Конечно, не очень красиво выглядит. -то. Вот это, что потоньше, так она получше гляделась. Сейчас посмотрим, что лучше поставить нам. Такая палка. Жесткая. Как бы сказать, быстрого строя. Ну не очень, чтобы быстрого, но жестковатая палка сама по себе. На изгиб. Нормально изгинается. Все кольца красиво проклеены. Такая вот палочка за 15 баксов. Можно, короче, покупать. Ну и что, порыбачим, посмотрим, как она себе покажет на воде. По гнуткости там, по всему этому. Вот я резко так калачу. Такая хорошая, приятная. Здесь видно, вот. Толстый таки. Не знаю, что у нас сделано вообще. Стекловолокна или углепластик этот. Ну, короче, у нас в Беларуси за 15 долларов, это 30 рублей белорусских, особенно в нашей местности, особо не купишь. Покупал я, пришлось, когда сломал верхушку на спиннинге, покупал одну верхушку, только отдал 15 рублей, это 7 долларов с половиной, даже 8. Та же верхушка и сломалась через неделю. Такая была ребристая вся, легенькая и хрупкая. А здесь видно немного качества. Две верхушечки и сама основа. Красивенькая такая палочка. Единственное, что нету, за что крючок зацепливать здесь. Ручка здесь не сплошная идет такая вот. Здесь части и наконечники эти. Я обычно кручу вверх катушкой и на себя так, правой рукой. Но это, думал заказать кастинговое, там получается катушка сразу кверху стоит. Короче, будем на этом заканчивать, пойдем сейчас тестировать. Тест я сейчас не буду снимать особо, то что уже батарея садится, это одно, а другое уже через 2 часа темно будет у нас. Уже 4 часа вечера. Так что пробегусь, испытаю нашу новую палочку. Посмотрим, как она себя поведет. Ну, такая вот для 2,1 метра довольно нормальная, длинная. Как бы сказать, длиннее не надо, особенно в лодке, когда ловишь. Я хотел заказать еще 2,4, но скорее всего, что не буду. Короче, все. Буду заканчивать, иду испытания проводить. Результаты напишу в описании. Кому было интересно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы пойдем рыбачить. Всем удачи, до свидания.